меня вот совершенно неожиданно, видимо, судьба так и есть. Вот сейчас со своей дачи не мог приехать по здоровью, но тем не менее он с нами всегда. Боевой офицер КГБ СССР, наш родной и любимый Игорь Морозов. Он сейчас звонит мне и хочет что-то сказать. Хочу вот без всяких задних мыслей поднести микрофон. Вот сейчас он будет говорить. Игорь, говори. Игорек, спасибо огромное. Значит, это слушали все мои друзья. Кстати, здесь присутствует каскад. Ветераны Суховский каскад в том числе. И от Алматинского тоже есть. Валера! Да. Дима Еремин тебе привет огромный передает. Все, да, Минаев, Михайлов, это все, Карпенко, Кухта. Все собрались, да. Ладно, мы сами к тебе приедем. Сейчас соберемся, поедем. Удачи, спасибо и здоровья тебе, и новых творческих успехов. Всего доброго. Похлопаем нашему Игорю Морозову.